30 марта руководитель регионального управления судебных приставов Надежда Семенова обратилась к жителям региона с разъяснением, как на период карантина работает служба, и рекомендовала по всем вопросам обращаться в письменном или электронном виде. По обращениям, касающимся отмены наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, решение будет приниматься в течение суток. Я повторю, что это обращение можно направить в электронном виде, либо письменно. Кроме того, по обращениям, касающимся иных вопросов, которые требуют оперативного вмешательства, можно обратиться на телефон дежурной части Управления Федеральной службы судебных приставов 8 48 22 55 93 97. Все эти обращения будут приниматься в круглосуточном режиме. Обращения будут фиксироваться служебными записками и доводиться до соответствующих структурных подразделений управления. Также хочу напомнить, что проверить наличие либо отсутствие задолженности возможно в банке данных исполнительных производств, а также оплатить задолженность также возможно в банке данных исполнительных производств, как электронно, то есть сразу зайдя в банк данных исполнительных производств, также распечатав там квитанцию, ну, с целью обращения в кредитную организацию, что сейчас, я думаю, что делать не стоит, а лучше это сделать действительно удаленно в электронном виде. Напоминаю, что все сервисы, которые на сегодняшний день действуют в Федеральной службе судебных приставов, бесплатны.